Так, ну что ж, дорогие друзья, всем снова здравствуйте. И сегодня мы с вами поиграем в игрушку «Папа Панда Шарики». Так, отлично. В этой игре тебе необходимо освобождать малышей панд, застрявших в шариках. Для этого забивайте шарики группами по 3 или более. Ладно. Выберите направление и нажмите на поле, чтобы выполнить бросок. Хорошо. Так, только единственное, давайте... музыку уберем. Так, сейчас можно будет играть. Вот они, панды, нам надо их освободить. Две штуки. Отлично. Текущий шарик можно менять, если он не подходит для броска. Нажмите на выделенную область. Давайте. Зеленый, отлично. Так, фиолетовый. Я думаю, тут фиолетовый нам пригодится. Шарики отскакивают от стенок. Попробуйте выстрелить от стенки. Ну нафига мне об стенки-то? Не, мне не нужно об стенки. Ну, когда будет, придет время, тогда мы и сделаем это с вами. Так, одного панду мы спасли, вон он падает. Ух ты, блин, надеюсь, он не разбился. Так, о, красный, как раз он подойдет. Все, еще один панда падает, и мы с вами проходим уровень. Ну, смотрите, танцует, танцующий панда. Замечательно. Так, прошли на 3 звезды, отлично. А, продолжаем играть. Опять нужно двоих малышей спасти панд. Так, ну что ж, что мы тут сделаем? Давайте сначала фиолетовый уберем. Потом, я думаю, ну, в принципе, можно красный попробовать. Давайте попробуем красный. Так, я, наверное, думаю, тут желтый больше подойдет. Желтый, тут давайте фиолетовый. Одного панду мы выручили, спасли. Так, теперь нам надо только зеленый дождаться. И мы с вами тогда пройдем. Ну, как назло, не попадается. О, вот зеленый, я не заметил. Вот, еще один панда спасен, и мы с вами побеждаем. Вот, в пляс бросается прям. Наш панда улыбается. В пляс бросается, наш панда улыбается. Замечательно. Ух ты, тут уже 4 панды, тут будет сложнее нам. Угу, давайте начнем вот с этого ряда, с левого. Так. Нужен фиолетовый. Вот сейчас как раз нам надо попасть. Примерно рассчитать бросок. Твою ж дивизию. Блин. Не рассчитали, ребят, к сожалению. Мы... так, ну сейчас у нас появился шанс. Вот одного панду освободить. Зеленый, зеленый. Ну-ка, если вот так правильно отскок сделать, то будет все круто. А, так. Вот сейчас красного надо выручать. Блин, надо было вот этого стрелять. Чего я не догадался-то? Так бы двоих панд могли спасти. Потому что это бы все, я думаю, упало, и мы бы с вами выиграли. А сейчас, ну я думаю, тоже на 3 звезды должны выиграть. Вот, 4 панды гуляют. Один сидит, двое сидят. Так, ура, теперь нам доступен бустер. Дополнительные ходы. Он добавляет 10 ходов для прохождения уровня. Используйте его прямо сейчас. 10 ходов это довольно-таки много. Либо 20, либо 30 будет. Мне кажется, 30. За 30 ходов-то, я думаю, точно мы должны выиграть. Так, ну что ж, начнем с фиолетового. Желтый. Так, теперь красный. Вот как раз нам красный нужен. Отлично. Одного панду спасли. Давайте вот второго сейчас спасем. А тут будет посложнее. Пока что нам надо проход как-то сделать. Вашу же дивизию. Давайте. Так, зеленую. Зеленую спасли. Синяя. Ну-ка. А если желтая, если мы попадем, я думаю, если вот так рассчитать примерно. Вот так вот. Так будет отлично. Тут ни синий, ни желтый мы с вами деть никуда не сможем. Давайте хотя бы просто в сторону уберем. А вот сейчас желтый нам нужен как раз. Вот, чтобы третьего панду освободить. И мы с вами побеждаем, ребята. Очередной уровень игрушки «Папа Панда Шарики». Папа панда веселится, танцует, вот, потому что он спас своих, своих чадовцев, чада, детишек своих спас. Так, ну что ж, тут вообще у меня ходов нету. А, нет, вот есть, что-то я сразу не заметил. Так, 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 освободим пока что так. Я думаю, желтый ряд нам надо освободить. Вау, и двоих панды мы сразу спасаем. Вот это был хороший, хороший. Бросок, давайте вот попробуем вот с этой стороны зайти.
Потом давайте вот с этой дадим. Так, фиолетовый уберем. Так, сейчас красный, самый ответственный бросок. Нам надо попасть. Так, зеленый. Ах ты ж, тёлки-палки, что я сделал? Зачем я это так сделал? Так, ладно, фиг с ним. Нам надо как можно быстрее освободить вот это все. Вот, давайте красный. Сейчас зеленый. Так, один готов. А теперь красный. Давайте пробуем красный попасть. Все, панда свободен. А мы с вами побеждаем, ребят, определенный уровень. Вот, ну дальше становится все сложнее и сложнее. Я не знаю, как мы будем играть дальше. Давайте посмотрим, сколько мы с вами прошли. Вот, прошли с вами три уровня. А если мы 30 звезд соберем, то можно сундучок открыть. Ну, дальше все сложнее и сложнее будет. Ну, поиграем, до скольки сможем. Еще, кстати, есть рулетка. Одна, один раз можно бесплатно крутануть. Давайте посмотрим, что мы сейчас с вами выиграем. Ведерко нет. А, монетки. 10 монеток, скорее всего. Так, ну давайте расскажем. А в следующий раз можно крутануть за 30 монеток. Но шансы, что выиграть стоит, будет, мне кажется, минимально. Ладно, монетки нам пригодятся. Монетки можно ВКонтакте покупать. 60 монеток, 600 монет плюс 200 бесплатно. Так, ладно, с 2 голоса можно сэкономить немножко. Такая вот акция у них. Так, ну ладно, давайте шестой левел. Играем. Так, на этом уровне есть камни. Сбей шарики, на которых висят камни, чтобы они упали и открыли поле для дальнейшей игры. Так, ну ладно. Эти камушки. Они куда-то в болото, что ли, упали, я не знаю. Я не знаю, куда их делать. Ни фиолетовый. Мне ничего, по сути, не нужен. Никто. Никто мне не нужен. Давайте уберем тогда его. Пока что. И опять и синий мне не нужен. И ты мне не нужен. Да что ты будешь делать-то? Почему? Не нужно, вообще камни у него выпадают. Вот это другое дело. Так, красный. Теперь давайте желтую уберем. Давайте попробуем красный освободить, это будет прикольно. Да, отлично. Так, синий. Так, ну а что мне тут остается? Ну что у нас тут? Желтый. Желтый мне не нужен. Синий мне вообще тоже нафиг не нужен. Давайте сюда засобачим. Вот, красный мне нужен. Проходим дальнейший уровень. Вот, наш панда веселится, ура, все круто. 3 звезды, давайте играем дальше. Тут еще сложнее у нас. Так, ну мы с вами справляемся нормально. Так, вот он красный панда. Ну, нам нужен фиолетовый, мне кажется, лучше подойдет. Когда у нас фиолетовый появится. Желтый, давайте желтый вот так сделаем. Синий можно сделать вот так. Вот фиолетовый, наконец-таки. Вот как я предлагаю сделать. Да, это будет намного эффективнее. Вот сюда красный впихнем. И сюда, наверное. Что ж ты не отлепляешься от твою ж мать? Так, ладно. Давайте вот фиолетовый уберем. Ну, сюда, наверное, желтый все-таки нам придется до конца добивать. Потому что других вариантов я не вижу. Потому что они камни были прицеплены, а камень нифига дерешь. Побеждаем определенный левел. Так, нам доступен очень полезный бустер «Длинная стрелка». Он будет показывать полностью траекторию полета шарика и используйте его прямо сейчас. Давайте посмотрим. Так, там нам, так нам будет намного проще. Вот, полностью траекторию показывают. Отлично. Сейчас мы с вами легко победим этот уровень, я думаю. Так, ну-ка. Желтый, давайте желтый. Соберем, отлично. Теперь синий. Ладно, давайте зеленый пока что соберем. Сейчас, наверное, будет фиолетовый нам понадобится, да. Отлично, фиолетовый. Синий. Давайте синий пока собирать, потому что других вариантов я не вижу. Вот красный. Красный нам надо собрать по-любому. А потом опять синий. Нет, давайте фиолетовый. Если фиолетовый правильно рассчитать, вот так. Будет круто. А синий, ну, раз других вариантов нет. Вот синий.
Да, и давайте, ну, давайте еще сюда присобачим. Фак. Ну, давайте пока что вот так сделаем. Потому что я не вижу, что там впереди. Вот, сейчас стало более ясно. Сейчас мы красным пробуем сюда присобачить. Вот, отлично. Так, что у нас осталось? Синий нам нафиг не нужны. Можно его просто выкинуть. Зеленый тоже не нужен, поэтому мы выкидываем синий. Вот желтый, конечно, нам нужен. Так, теперь зеленый. Вот теперь синий нам понадобится. Давайте сюда его присобачим. И вот зеленый нам сейчас тоже конкретно нужен, но мы сделаем более правильно вот так. Все, и наши панды свободны. Пускай бегают, гуляют. Просто свое развлечение. А, всего лишь одна звезда. Ну, конечно, потому что, ну, сложный такой уровень был. Так, тут опять у нас 4 панды, нам надо будет их спасти. Это то, ну, у нас не до конца уже этот луч проходит. Получилось. Получилось, ребята. Так. Отлично. Вот сюда присобачим. Еще один панда свободен. Сейчас нам просто нужен красный цвет. А, нет, все, не обязательно. Проходим определенный левел нашей, смотрите, вот они, панды. Счастливы, все бегают. Вот. Ну, в общем, я вам примерно показал вот эту игрушку. А, всем, кому нравится, ставьте палец вверх. Также комментируйте видео, вам понравилось, не понравилось. Вот, стоит или не стоит снимать продолжение этой игрушки. Вот. А, что я могу еще тут сказать? Да, определенное задание тут можно также с вами монетки приобрести. На монетки тоже бонусы всякие покупать. Вот такая вот игрушка. В общем, панда, шарики, папа-панда. В общем, оставайтесь со мной, потому что впереди еще будут все новинки, интересные игры. Вот, также комментируйте видео. Я по возможности прочитаю, постараюсь вам ответить. Не знаю, что сказать. Всем мир. Всем пока-пока, ребят. До скорого увидимся еще. Увидимся и услышимся. Пока-пока.